Последний iPhone за первое место. Великолепные подарки на выходных разыграли пауэрлифтеры. Открытое первенство Мирнинского района собрало спортсменов Смирнинского и Ленского районов. Съемочная группа наших коллег следила за состязаниями силачей. Вот так, без особых усилий, спортсмены поднимают штангу с весом в несколько раз тяжелее своего собственного. Пятый открытый турнир по пауэрлифтингу собрал силачей из Мирного, Айхала, Светлого, Удачного и Ленска. Тяжеловесы и легковесы тягали железо по системе классического жима. Классический жим он уже подразумевает, это без экипировки. Есть еще с экипировкой жим, это одевается майка и выполняется упражнение. Классический жим это без всего. Мирнинские пауэрлифтеры могут дать фору сильнейшим спортсменам республики. Победители открытого первенства Алмазного края в очередной раз докажут это на чемпионате Якутии, который состоится в июне в городе Якутске. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».